Здравствуйте, ребята! Наконец-то наступает волшебный праздник – Новый год! Ребята, вы знаете, что с нами приключилось? Пока мы ехали к вам, я помогала держать Дедушке Морозу мешок с подарками, но злой волшебник отобрал у нас мешок. Но мои зайчатки и лисята помогли нам его вернуть. Вы посмотрите, какой он замечательный! Полный мешок подарков! Помощники мои, зайчата и лисята, быстро догнали злодея и отняли у него мешочек. Но злой волшебник успел завязать мешок волшебным узлом. Теперь он не открывается. Вообще никак не открывается. Но вы не волнуйтесь, добрая волшебница придумала свое волшебство в ответ. Сейчас я вам о нем расскажу. Как только мальчик или девочка пройдут 3 испытания, узелок расслабеет. Готов ли ты пройти испытание, чтобы получить свой подарок? Я знаю, что ты ждешь свой подарок у себя дома под самой красивой елочкой. Конечно же, он у тебя будет. Давай вместе выполним все задания, и тогда волшебный узелок развяжется, и все ребята получат новогодние подарки. Итак, первое задание. Скорее бери карандаши и правильно садись за стол. И нарисуй самую красивую новогоднюю снежинку. Постарайся, пожалуйста, чтобы она была похожа на главную снежинку города, которая находится совсем рядом с резиденцией Дедушки Мороза. Ну ты его знаешь, это мой родной дедушка. Уважь старика, больно уж ему нравится эта снежинка. Высылай фото рисунка в комментарии. Мы вместе с дедушкой будем рассматривать их и радоваться. Какие же все-таки талантливые дети в городе Благовещенск.